Еще раз привет. Все, я надеюсь, что сейчас уже ничего у нас не слетит. Все будет в штатном режиме. И последний вопрос про ТАН я хотела вам задать. Какие сейчас показатели у компании? Сколько вы часов продаете в год, в месяц? Какие обороты сейчас у компании? И, в принципе, довольны ли вы ее финансовым положением? И, в принципе, последний вопрос по ОТАНу, куда он движется и какие у вас планы по его развитию? На сегодняшний день мы в год выпускаем порядка 5000 моделей. Это крупная сборка. Суммы я бы не называл бы, потому что, я говорю, конкуренты наши всегда не дремлят. И я не называю обычно и тех, кто у нас покупает. Mm-hmm. И мы не размещаем даже партнеров на нашем сайте. Потому что, ну, по тех, кто после нас начали выпускать часы и, скажем так, копируют дизайн и так далее, мы с этим каждый день сталкиваемся, это очень сложно. Что говорить о планах наших, то у меня, конечно же, фокус основной направлен больше на другую компанию, и в часовой компании ОТАН у меня есть два партнера, которые двигают, развивают этот проект. И мы сохраняем такую линию национальной символики и хотим, скажем так, закрепиться как лидер в Центральной Азии, как минимум в Центральной Азии, потому что в странах, если всего СНГ мы берем, то есть крупные гиганты, как российские заводы, да, это не цеха по сборке, это полноценные заводы полного цикла, где есть даже механизмы собственные. Поэтому если мы завоюем рынок Центральной Азии и будем выпускать часы национальной символики для этих стран, это будет уже круто. То есть мы зашли, но пока мы еще не лидеры в этой области. Хорошо. Тогда мы перейдем к следующему вопросу про Marine Health Group. Как родился этот проект? Он, мне кажется, когда я просто изучала ваш портфель, мне он показался самым неожиданным. Потому что да, это самый крутой кейс, да. Это прямые продажи, и как-то вот... Поэтому расскажите про него поподробнее. Все всегда меня спрашивают, как ты вообще пришел в сетевой бизнес, MLM, да? Я никогда не работал в сетевом бизнесе, никогда не занимался таким бизнесом. И знаете, как у всех людей, первое впечатление, скажем так, когда говорят MLM и сетевой, у меня было негативное раньше. И настолько мое удивление было, когда я чуть-чуть погрузился в этот бизнес. Это, ну, действительно очень крутой, невероятный бизнес, в котором люди самоорганизуются. Если вы встречали людей из сетевого бизнеса, вы заметите, что это довольно начитанные, очень начитанные, развитые, такие разносторонние люди. И я думаю, в этом очень большая заслуга вообще в этих сетевых компаниях. Началось все с того, что ко мне пришли мои партнеры по бизнесу, у них был уже опыт в сетевом бизнесе, и предложили мне запустить вот такой вот проект. И тогда мы размышляли о том, что за проект это будет, чем будет заниматься. Не было еще продукта, была идея создать компанию в прямых продажах. А я как раз до этого познакомился с продукцией японской компании. Тогда я попробовал первые БАДы в своей жизни. У меня вообще проблема такая. Вес был 50 килограмм, 49. И всю жизнь, в год я болел по 3-4 раза разными простудными заболеваниями, там, ОРВИ, гайморит, ангина, чем угодно только болел. И какого мое было удивление, пропив японские БАДы, я почти год вообще, даже полтора года не было ни одного вот такого вот заболевания. Оказывается, это очень хорошо воздействует на организм человека. А я пил как раз японские БАДы, которые влияли на повышение иммунитета. И когда я вот с партнерами сидел, мы брейнштормили, чем мы же будем заниматься, какой у нас будет продукт. Я говорю, знаете, вот я недавно пропил японские БАДы и на себя ощутил, что, ну, эту крутость вообще этих продуктов, да. Я говорю, а если мы будем заниматься тем, что будем людям дарить здоровье? И знаете, еще какая фишка? В Центральной Азии большое количество людей, у которых, например, йододефицит, да, mm-hmm. мы не едим морские продукты, mm-hmm. у нас нету в таком рационе этих продуктов. И вот японские продукты, они как будто созданы прям реально прям под Центральной Азией, прям про казахов, да, про кыргызов, узбеков, да, потому что эти продукты мы не употребляем постоянно в пище. У японцев они там едят морских ежей, икру морских ежей, они едят ламинарии, они едят бобы. И вот эти вещи действительно нашим людям они нужны, и у нас нет этого в рационе.
И следующим этапом это было придумать бизнес-модель, придумать название компании. Мы придумали Marine Health Group, потому что это морское здоровье, да. И в феврале 2018 года я полетел в Токио, оттуда город Осака, встретился с заводом ИТО, который существует аж 1860 какого-то года. Нас свели бизнесмены, знакомые, мы подружились с этим заводом и получили эксклюзивное право на дистрибьюцию на территории Казахстана для начала. И вот с этих пор началось наше движение. И мы отпраздновали старт нашей компании в марте 2018 года, и сегодня нам вот уже скоро будет в марте 2022 года мы будем праздновать наше трехлетие в Ташкенте. И вот началось все с любви. То есть любовь к продукту, потом любовь к модели сетевого маркетинга, потому что эти люди, это просто невероятные люди, я вам скажу. Представь такую штуку. Это отдел продаж на аутсорсинге. Эти люди сами в городах открывают офисы, сами открывают, не за твой счет, они сами открывают, обучают друг друга, как продавать, рассказывают другим об этих продуктах и зарабатывают только с продаж. То есть это просто невероятная модель продаж, при которой тебе остается только сделать хороший качественный продукт, обеспечить логистику, обеспечить администрирование, и все остальное делают эти люди. Я вот от этого просто кайфую. А в самой Японии эти продукты БАДы, они также распространяются посредством прямых продаж, либо они просто в свободной продаже? В Японии именно наши заводы, они распространяют через аптеки и через магазины. Но в целом в Японии сетевой маркетинг и прямые продажи очень сильно развиты. Там практически все, что вы покупаете, это идет через реферальные программы, через бонусы и так далее. И почему еще мы остановились на Японии, да, когда я туда поехал? В целом, при выборе продукта можно же много что выбрать. Есть Вьетнам, есть Индия, есть Китай со своей историей, да, тоже производство БАДов. Но мне нравится японская философия кайдзен. У них порядок и качество превыше всего. И японцы — это вот тот народ, с которым нам реально нужно дружить, который не понимает, что такое коррупция, который заботится о людях и который делают, ну, они делают Тойоту, на этом все сказано. Они делают Тойоту, и нам надо с ними дружить. И поэтому, когда мы говорим про качество японских продуктов или об их действии, да, тем более японцы — это долгожители, мы на это тоже обращали внимание. Это люди, которые доживают. Ну вот, прикольно. Когда встречаешься с бизнесменами или стартаперами в Японии, это примерно людям по 60 лет. А состоявшиеся бизнесмены в среднем это 85. И вот когда мы общаемся с топами, которым от 60 там, до 90 лет. Это прикольно вообще. Мы тут стартаперы, да, там пацаны 20-25 лет, а там ты работаешь с дедушками, которым 80-85 лет. Это же долгожители, у них ясность ума, у них здоровое сердце. Почему? Потому что они заботятся о себе и, наверное, пьют БАДы. Такой вопрос по поводу MLM-индустрии. Какие вот вы плюсы перечислили, а минусы, как вы, так скажем, меняли отношение людей к этой индустрии и как вы привлекали к себе вот тех людей, которые будут распространять эту продукцию, рассказывать о ней казахстанцам? Но минусов, если честно, я не вижу на сегодняшний день, потому что мы не обязуем человека ничему. Мы говорим, попробуй наш бат. То есть на чем строится вообще модель сетевого маркетинга? Вот вы пропили какой-то сок или там скушали какую-то еду или попробовали какой-то товар нашей компании и на себя ощутили его блага. И потом ваша подруга или друг спрашивает, говорят, как тебе понравилось? И вы говорите, да, крутой продукт, попробуй. Вот моя реферальная ссылка. Если тебе понравится, то мне поступят бонусы. То есть здесь идет метод сарафанки. То есть человек другому рекомендует, тот приобретает. Конечно, на рынке было очень много компаний, которые испортили вообще отношение к сетевому маркетингу и прямым продажам. И это очень плохо. К примеру, наши продукты, они доступны. А есть компании, которые скрываются под видом там, сетевого маркетинга и так далее, обещают какие-то инвестиции, доходы и так далее. Наша модель строится на чем? Попробуй продукт. Если тебе это понравится, рекомендуй другим. И за рекомендацию ты получаешь доход. Это классическая модель таких компаний, как Amway,
да, это один из гигантов, которым там по 100 лет, у них есть порошки, зубные пасты, мыло и прочее, прочее. И вот эта модель никого ничему не заставляет и не обязывает, они говорят, попробуй, понравится, покупай. И вот такую модель мы преследуем. Сколько вот у вас уже получается, как это, подписчиков правильно назвать, либо сотрудников? Это дистрибьюторы. Да, дистрибьюторы. У нас как это? На сегодняшний день в 11 странах мира более 100 тысяч дистрибьюторов. То есть вы вышли за пределы Казахстана за 3 года, и в каких странах вы сейчас присутствуете? Мы присутствуем во всех странах СНГ практически. В России у нас 6 городов, мы присутствуем почти 20 городов в Узбекистане, полностью весь Кыргызстан. Это Таджикистан, Азербайджан, Белоруссия, сейчас заходим в Грузию. Ну, Казахстан можно и не говорить, мы отсюда стартовали. Из дальних стран это Турция. И в начале года мы стартанули в Индии, но были вынуждены резко сократиться, потому что в Индии начался просто кошмарный коронавирус, когда было очень тяжело. И мы быстро свернулись в Индии, и мы планируем возобновить в следующем году в Индии, в Монголии. И у нас даже есть партнеры в Финляндии, но пока мы не можем зайти на рынок Евросоюза, потому что это очень защищенный рынок. И вот я получил уникальный такой опыт, да, я почему люблю заниматься разными бизнесами, потому что каждый бизнес – это уникальный опыт. На сегодня, когда мы поработали в 11 странах мира, я научился открывать компанию в Турции, научился открывать компанию в Индии, у нас есть партнерский завод. Бизнес – это крутая штука, потому что ты себя кидаешь на что-то новое, и там ты этому учишься. Кто мне даст, например, опыт создания международной компании, а также, не знаю, там, торговать в Турции, там, в России, еще где-то? У меня в каждой из этих стран есть компания, бухгалтер, юрист и офис. То есть сегодня я уже предприниматель, который научился делать международный бизнес. Все благодаря компании Marin Health Group. И в этих странах у вас также эксклюзивное дистрибьюторство? Мы пошли таким путем. Когда вы работаете с японцами, надо понимать, да, у них бизнес столетний. И с ними, на самом деле, очень тяжело чуть-чуть взаимодействовать. Вот с этими дядьками сидишь и говоришь, дайте, пожалуйста, нам эксклюзив на Азербайджан. Они говорят, Арман, ну ты же начал с Казахстана. Дай нам результаты хорошие, давай поработаем. И через 5 лет мы подумаем об этом. Не спеши, не торопись. И вот, чтобы вы понимали, в бизнес в Японии он такой основательный, он такой классический, консервативный. Поэтому мы пошли чуть другим методом. Мы сначала начали с того, что взяли их продукты как эксклюзив. И когда нам стало сложно масштабироваться, мы попросили их делать под нашим брендом. То есть у нас есть бренд Marin Health Group, и мы сказали, давайте тогда вы будете делать продукцию под нашим брендом и будете отправлять. И вот мы на этом сошлись. А изначально у нас были продукции полностью с японской упаковкой, где писалась компания Ito, Algae и там Bioscience Lab. Мы работаем сейчас уже с 4 заводами, и они уже упаковывают под нашим брендом. То это есть было это такое получилось как контрактное решение. Производство. Да, можно и так назвать это. Вот вы упомянули пандемию. Изменились ли как-то продажи из-за того, что наступила пандемия? На самом деле пандемия повлияла и хорошо, и плохо. Хорошо в той позиции, что наш продукт стал более востребованным. И вообще любая сложность, кризис – это возможность для роста. Я вот всегда вот любую вот сложность воспринимаю как урок. Что мы можем из этого взять? И для нас, конечно же, это год, когда был коронавирус, был годом роста, то есть масштабирования. Мы быстро выходили на новые рынки, потому что мы были вынуждены расширяться в ширину. Но были такие сдерживающие факторы, как логистика. Например, если из Японии мы раньше доставляли грузы за 2 доллара за килограмм, это самолетом, то сегодня килограмм груза стоит 11 долларов, потому что количество рейсов сократилось. Там в 2-3 месяца может один коммерческий груз перелететь там, да, до судова. Поэтому бывают проблемы, конечно же, с дефицитом продукта. Но при этом мы что только не придумываем. Мы придумываем логистику по морю, когда там с порта Осака выезжает или с Токио, да, приплывает во Владивосток. Оттуда мы на машинах перегружаем, везем в Новосибирск, оттуда везем в Алмату. Я говорю, бизнес крут чем? У тебя все время есть новые вызовы, и это тебя только закаляет. И вот с приходом там, коронавируса я научился очень многому. Компания выросла очень круто. Конечно, были сложности, но благодаря им мы научились новым методам продвижения бизнеса. И еще вопрос меня очень сильно интересует. Когда компания вот только выходила на рынок 3 года назад,
Как вы набирали первых дистрибьюторов? То есть как вот этот механизм был отлажен? Потому что, ну, в Казахстане не сильно, мне кажется, были знакомы до этого с японскими БАДами, поэтому это было все в новинку, и как получилось переломить ситуацию? Ну, я считаю, что во всем, что у меня получается, это видна рука Всевышнего. Я в первую очередь благодарен Всевышнему. И я знаю такое правило. Нужно быть в нужное время и в нужное место. В нужном месте, да. И у меня вообще все, что в жизни не происходит, там даже встреча с президентом или там успех компании Marine Health Group, это все получалось легко и просто. Почему? Потому что нету такого прям... как выйти на этот или как сделать то, оно появляется, оно тебе, скажем так, дается. Просто нужно этими возможностями пользоваться. Так оказалось, что когда мы запускали компанию Marine Health Group, несколько сетевых компаний то ли уходили с рынка, то ли у них уходили, происходило снижение продаж, да, и эти лидеры, они поверили в нас. Я думаю, что они поверили благодаря тому, что мы проявили себя как профессионалы, мы сказали, мы команда молодая, но очень гибкая. И они увидели мой профессионализм и моей команды. И в этом заслуга, конечно же, моих партнеров. У меня в этом бизнесе 6 партнеров, я 7-й. И они активно прорабатывали базу, они работали с дистрибьюторами других команд, искали лидеров, да. И вот случайности не бывает. Так происходило, что кто-то заходил, кто-то уходил с рынка, кто-то заходил, как мы. И люди... поверили просто в нас, они дали нам шанс, и мы, я думаю, за эти 3 года оправдали их доверие. Компания вот работает уже 3 года, и какие у вас планы на еще следующие 3 года? Это просто, ну, что-то невероятное. Каждый год у нас такой быстрый, мощный рост происходит, я просто не успеваю кайфовать от этого всего. Я самый, наверное, счастливый человек в мире, потому что моя компания движется просто как паровоз, это локомотив, который летит навстречу к успеху, и с каждым разом наша компания становится больше, шире, а наша самая такая глобальная цель – это войти в топ-50 мировых MLM-компаний мира. Это в топ-50 войти именно мирового такого рейтинга. Для этого, конечно же, у нас еще много дел, которые мы должны сделать, но на этот год мы ставим упор на Россию. Сегодня в России у нас 6 городов, в которых мы работаем, но этого мало. В России, чтобы вы понимали, более 1000 городов и там 149 миллионов населения, да, и для нас это сосед, который просто Богом дан, и мы пришли сюда в Россию, и сейчас я перевез, почему я говорю Богом дан сосед, потому что у нас язык, да, мы вот знаем русский язык, у нас и общее информационное и экономическое поле, просто грех этим не пользоваться. На днях Мишустин сейчас... просто так еще сказал, вы слышали? Да. Да, нет, я не слышал. Я считаю, что вот все наши соседи, будь то Узбекистан, Кыргызстан, тот же Китай, да, это все, это возможности. Просто кто-то это воспринимает негативно, мы пользуемся этим позитивно. И мне такую классную вещь сказал мой один друг, он говорит, я говорю, мы приедем завоевать Россию. Он говорит, знаешь, с чем ты придешь, от того и уйдешь. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и уйдет, говорит. И вот мы приехали такие заряженные сейчас 5 семей. Я перевез сюда свою основную команду, семьями с детьми. Мы поселились в Москве. У нас план здесь прожить там 3-4-5 лет и максимально качать российский рынок. А самое главное, мы приехали сюда принести благо и пользу через продукцию компании Marine Health Group. То есть мы пришли с правильным намерением. Принести пользу народу России. То есть, в принципе, это и причина вашего нахождения сегодня в Москве. Да. Окей, тогда перейдем к Xertis. Я бы просто хотела узнать, как сейчас себя чувствует этот проект, что он из себя представляет, потому что вы сказали, там 2 направления, это вот новые зеленые технологии и Xertis. Вот. И какие услуги вы сейчас предоставляете, и какую продукцию выпускаете в рамках этих 2 проектов? Ну, на самом деле, за вот коронавирус, кому не повезло, так это Xertis. Потому что у нас есть теплица в городе Нур-Султане и в Алмате. А в Алмате самая большая, да, это 200 квадратных метров, где мы выращиваем на 40 установках различную зелень. И этот бизнес, наверное, самый сильно пострадавший среди группы нашей компании, потому что с
сокращением количества ресторанов, которые могут работать, с локдауном, да, это очень сильно подшатнуло этот бизнес. И у нас продажи, если шли хорошо-хорошо, то в один момент с приходом там локдауна или каких-то ограничений, элементарно, когда по субботам, воскресеньям рестораны закрыты, продажи падают до нуля. Это Просто до B2B, нуля. да, у вас продажи в основном с этих Да, то есть теплиц? мы поставляем в основном только в хорику, в рестораны. И на сегодняшний день на рынке не так много игроков, как мы. Но основной поставщик 80% зелени и пряной зелени, которую поставляет хорику, это Израиль. Это компании, как Аякас и прочие, которые импортируют из Израиля. Цены у них космос, конечно. Килограмм может достигать 7 тысяч тенге. Там руклы, базилика, да. Есть даже по 10 тысяч тенге за килограмм виды растений. И вот наши продажи просто в один миг с этим локдауном и вот этими ограничениями, которые периодически приходят, они просто нас просто до нуля на лопатки ложат. Это очень сложно. Потому что мы выращиваем, например, зелень 40 дней, в среднем, вот, например, рукла, базилика растет 30-40 дней, это вегетационный период. И представляешь, вот они говорят, все, мы не можем, мы не работаем. А зелень, что? Она, это же растение, оно через, на 45-й день начинает вянуть, цвести, и вкус у нее меняется. И нам приходится все сносить и сажать заново. Поэтому на сегодняшний день дела у нас обстоят не самым лучшим образом, Но и мы сейчас же уже все надеемся, восстановилось, у нас и заражение ну, уже меньше, и люди. все правильно, восстанавливается рынок очень медленно, и рестораны тоже не рискуют, да, очень быстро разворачиваться, покупать очень много. И плюс всегда как происходит, они привыкли покупать у одного, но как один игрок уходит, его место занимает другой. То есть мы не успеваем, например, под эти ограничения подстраиваться. Потому что вот сегодня локдаун убрали, к примеру, мы начинаем засеваться, и нам нужно аж под 50 дней для того, чтобы вырастить, ну, следующий урожай. Поэтому есть такие сложности, но мы верим в лучшее. Я вообще считаю этот бизнес, я почему его дальше развиваю, я не скажу, что это супердоходный бизнес. Это работа на перспективу. Потому что мы, когда были в Дубае, мы оставили там своего партнера на 4 месяца, он жил в Дубае и занимался тем, что исследовал местный рынок для того, чтобы мы построили теплицу там, в Дубае. И вот у нас план – это выход на вот арабский полуостров, выйти на рынок вот Ближнего Востока и строить теплицы там. Там пустынные земли, и там наша технология очень востребована. Вот мы сейчас находимся на этапе поиска там партнера и прощупывания рынка. Этот бизнес – это будущее. Просто сейчас, возможно, не то время, когда это будет там популяризировано сильно, но пройдет еще там несколько лет, это будет мейнстримом. Вот эти подземные теплицы, вертикальные теплицы. А моя задача как такого лидера-стратега, да, это работать на опыт, который в будущем будет приносить доход. То есть мы уже строим бизнес с закладом на то, что сейчас опыт, а потом доходы. Зертис, он ведь еще обучает, верно? То есть человек приходит к вам и говорит, я хочу там Но это Кокситау, побочный условно продукт. говоря. Это такая хитрая, на самом деле, это очень хитрая модель. Мы продаем недорогие курсы, но основная их суть в том, чтобы искать партнеров. Те, кто занимается гидропоникой, приходят к нам, они обучаются, и потом мы с ними дружим. Так к нам пришли партнеры, которые вместе с нами создавали магазины гидропоники, кто помогал нам продавать эту зелень, кто покупал у нас оборудование. То есть курсы – это просто такая маркетинговый инструмент для того, чтобы привлекать к себе, дружить с людьми. Это такой коннектор бизнес. И он не приносит совсем дохода, но при этом он с таким количеством интересных людей нас знакомит. Это круто. У нас появляются партнеры в России. На нас выходят люди там из Южной Америки, из Африки, из Европы. Они просто пишут, говорят, у нас курс на трех языках. Казахский, русский, английский. А в мире, чтобы вы понимали, гидропоника, так как и аэропоника, не сильно развита. Прямо обучающих курсов нету этому. И вот мой партнер Диас Тастамбеков, он записал этот курс на трех языках, и он всего лишь стоит 30 тысяч тенге, там меньше 100 долларов. Конечно же, туда люди залетают извне, смотрят и потом связываются, говорят, как купить, как построить, а вы можете нас сопровождать, можем ли мы вместе посотрудничать. То есть это классная воронка. Это Но лайфхак для у тех, кто людей развивает такой получается, бизнес. да, вот в регионах, к примеру, вот после ваших там курсов строить свой бизнес. То есть в регионах тоже есть рестораны и кафе. Всем нужна зелень. Прикольно, мы строим такую модель, в которой мы, вот есть такая штука, да, расшаривать, то есть open source, да, open source решение. Вот Zertis – это компания, которая open source, мы не жадничаем, и мы делимся знаниями.
потому что все, кто занимается этой сферой, наши не конкуренты, они не конкурируют с нами. Даже если они в Астане или в Алтае или в каком-то другом городе делают гидропонику свою, это классно. Эти люди к нам приходят за знаниями, они покупают у нас оборудование, они у нас берут консультации, то есть это все наши партнеры. Вот большое количество, я думаю, ребят, которые запустили мини такие свои бизнесы благодаря нам, благодаря нашим курсам, и сегодня они, даже я вот вижу, присутствуют в этом эфире. Арман, скажите, в чем уникальность вот именно вашей технологии гидропоники? Потому что вы сказали, что к вам обращаются с разных стран мира за опытом. В общем, технология не уникальна, и очень много тысяч лет. Вопрос только в исполнении. Кто в этом набрался опыта? Чтобы вы понимали, мы 2014 года уже порядка 7 лет мы занимаемся этой технологией. Просто мы знаем больше, чем остальные. Уникальность не сколько в нашей технологии, потому что технология — это общая, а уникальность именно в нашей команде, в наших инструментах и нашем оборудовании, которое мы даем. То есть за эти 7 лет мы набрались такого количества знаний, опыта, которым мы можем уже делиться с другими. Вот я думаю, уникальность именно в команде нашей. Есть ли в планах выходить на B2C, то есть просто выходить в торговые сети и продавать зелень обычным покупателям, то есть в розницу, грубо говоря? Мы пробовали заходить в Magnum, другие сети, но, во-первых, там цена очень низкая. Есть определенные условия входа на этот рынок, да, это акции, да, это да. Цены проходные, которые нужно, да, удерживать, это объемы, которые нужно поставлять. И пока мы для себя такой, скажем так, рынка для сбыта мы пока не видим. Вот есть крупный завод Eco Green рядом с Алматой, да, это большие линии, и они, в принципе, поставляют туда. А мы поставляем именно чуть-чуть премиальный сегмент, то, что они не могут выращивать. К примеру, есть такие растения, которые Eco Green не может производить, потому что нету на рынке такого большого спроса. И мы как раз-таки специализируемся на том, чтобы выращивать в небольших объемах, но очень дорогую зелень. То, которое потребляют в элитных ресторанах, в среднем сегменте, да, а то, что Eco Green просто не может выращивать. Eco Green может выращивать в гектарах, там, вырастить, не знаю, сколько-то там линий салата, сколько-то руквы, базилика, да. Но для нас это не такой большой рынок. Нам интереснее вот такие более такие узкие решения. Сколько видов зелени сейчас выпускает ферма? На сегодняшний день мы выпускаем порядка 7 видов. Есть такой еще продукт, называется салатный микс. Это когда разные виды растения собираются в одну упаковку, там килограмм достигает 12 тысяч тенге за килограмм. То есть одна там килограмм может до 12 тысяч тенге доходить. Окей. Ну, удивительно. Поэтому это да. такой высокомаржинальный бизнес, в котором вы выращиваете растения, там, ну, до 1000 тенге уходит за себестоимость. Все остальное это техника. Окей, я вот со стороны просто обычного какого-нибудь человека из региона, да, хочу спросить, вот там, любой, окей, Кызылорда, да, то есть человек к вам приходит, он из Кызылорды, то есть у него там, видимо, есть какие-то завязки в ресторанах, то есть у него есть какой-то рынок сбыта. Возможно ли ему очень хорошо зарабатывать на небольшой теплице по вашей технологии? Если прикольная вы ситуация. Обучите, поможете ему. Не знаю, почему вы именно Кызылорду сказали. Был такой случай у меня, когда парень из Кызылорды напросился ко мне в помощники. Он говорит, блин, очень хочу, давно за вами наблюдаю, пожалуйста. Я бесплатно готов быть вашим помощником. Я говорю, окей, даю тебе шанс, приезжай. Приезжает он с Кызылорды, начинает у меня в теплице работать бесплатно. Через недели три он говорит, блин, дома проблемы, я должен уехать, там сложности, простите. Уезжает в Кызылорду, и через месяц я вижу, построил себе небольшую теплицу, выращивает зелень, поставляет в рестораны. Ну, это такой чуть-чуть неэтичный способ кражи информации, хотя я никогда не был против того, чтобы люди у меня научились и делали свой бизнес. Мы говорим, мы только за. Просто парень, видать, другого способа не знал, но мы за 30 тысяч тенге продаем эти курсы, плюс консультируем, учим этих людей для того, чтобы они делали свой бизнес без проблем. И таких случаев много, да. А какое вы видите будущее Зеркиса и новых зеленых технологий? То есть, потому что я читала, что вы еще предлагаете
устанавливать вот эти стеллажи, например, в школах, в музеях, то есть это, в принципе, можно в любом жилом помещении в каком-то, и нежилом тоже устанавливать такие вертикальные фермы. То есть какое будущее вы видите, насколько, так скажем, не профильные организации интересуются этими фермами, и сколько еще времени надо будет на то, чтобы Казахстан полностью перешел на свою зелень? Вообще, почему мы занялись проектом Zertis? Мы экономим до 90% воды при выращивании растений. Это очень круто. У нас вода находится в замкнутом круге. То есть мы полили растения, а у нас, чтобы вы представляли, это пластиковые лотки, на которых находятся крышки, стаканчики, в которых субстрат, это не земля, а это поролон или керамзит или другой наполнитель. И снизу в них брызгаются форсунки, которые поливают водой и минералами. Растению на самом деле нужно только посадочное место и свет и минералы, да, то есть питание. То, что он получает, в принципе, и в грунте. И вот проблема традиционного метода выращивания растений в том, что, как вот мы видим, да, на примере Узбекистана хлопковых полей, да, огромное количество воды выливается в землю, уходит в грунт и теряется. То же самое с солями. Эти соли, которыми поливают растения, да, это минералы, они в земле оседают, и почва засоляется, и она не приспособлена к тому, чтобы дальше на ней выращивать. То есть земля на этом, невозможно ее потом, через нужно 10 лет для того, чтобы она восстановилась. Преимущество гидропоники, аэропоники в том, что у нас рециркулируемый бизнес. Первое, у нас нет засоления. Мы не выбрасываем эту воду. Мы ее очищаем и обратно включаем в цикл. И вот на своей теплице я увидел то, что мы 90% воды пускаем в обращение, 10% это выпивает само растение, да, питается ей, да, и какая-то часть она уходит на испарение. И тем самым за этой технологией будущее. В будущем весь мир будет переходить обязательно к этой технологии, это неизбежно. Это все равно, что люди перешли там, не знаю, на диодные освещения, потому что вот эти лампы, они потребляют 100 ватт, а сейчас пришли такого же освещения, но 7 ватт всего лишь потребляют. То есть это был только вопрос времени, когда люди это поймут и популяризируют. И вот гидропоника – это та технология, которая заменит традиционное выращивание растений. И плюс это безопасно. Да, это уже международными, американскими институтами доказано, все, что выращивается на гидропонике, это стерильно, это безопасно, и это уже получило статус органика. Поэтому у меня, я почему этот проект свой люблю, Zertis и новые зеленые технологии, я считаю, что я должен прокачиваться сейчас время. Все будут говорить, это невыгодно. Рынок будет мне говорить о том, что сейчас это дорого твоя зелень. Все будут говорить то, что не время. Моя задача как руководителя этого проекта выждать время. То есть несмотря на эти все невзгоды, продолжать развивать экспертность в этой области, развивать команду и двигаться вперед. Почему мы пошли в школы? Потому что дети в школах не знают про аграрку вообще ничего. Когда мы начали искать себе сотрудников, мы пошли в аграрный вуз, а там ребята учатся только потому, что в аграрном они получили грант, и все. Ну, я не собираюсь агрономом быть, просто я поступил, потому что был грант такой. И люди не хотят развивать аграрку. Все хотят быть там тиктокерами, вайнерами, юристами, программистами, айтишниками и так далее. На самом деле пришло уже время именно IT аграрного бизнеса, когда роботизация приходит в сельское хозяйство, когда умно можно выращивать растения на наших установках, и при этом не нужно корячиться в земле. Вот это время уже пришло. И придут сити-фермеры, придут фермеры-программисты, которые это будут все программировать. И что мы сделали? Мы пошли в школы, мы начали поставлять классы биологии, гидропоники в школах. Мы получили госзаказы, мы в Казахстане в 26 школах и колледжах оборудовали классы гидропоники, в которых на партах, вот можете в гугле забить, да, Арман Тоскамбаев гидропоники или школы, или классы гидропоники забить, и вы увидите большое количество вот этих классов, которые оборудованы нашими технологиями. И это в чем? Ребенок, когда поработает с нашим оборудованием, он увидит то, что это интересная вещь, это технология, да, которой можно увлеченно заниматься. Когда он из семечки вырастет, не знаю, там, огурец или помидор,
то, возможно, есть шанс, что эти дети влюбятся, и завтра они станут крутыми агрономами, и, возможно, будут нашими сотрудниками, а может быть, лидерах, и будут продвигать эту технологию дальше. И плюс мы пошли дальше. Вот компания Marin Health Group, у нас есть проект в Киргизии, в Кыргызстане. Мы оборудуем теперь классы за счет компании Marin Health Group. Это наша социальная ответственность бизнеса. Если забьете Бишкек класс гидропоники в Гугле, вы увидите наш первый класс. Мы инвестировали туда порядка 15 тысяч долларов в один класс уходит, да? Мы построили первый класс. Капитальный ремонт класса. Оборудовали внутри, дали им книжки, обучили, программу дали. И в течение 5 лет я планирую еще таких 9 классов построить по Кыргызстану за счет компании Marin Health Group. Это наша социальная ответственность. То есть мы работаем в Кыргызстане, и мы хотим отблагодарить население, народ Кыргызстана за оказанное доверие, то, что мы там работаем, да, через то, что мы приносим благо их детям. По вашим оценкам, когда вот гидропоника будет таким нормальным явлением? То есть, 2030 год. 2030 год, это будет, после 2030 года придет новая революция. Все, что сейчас есть, оно просто как были вот эти видеокамеры, да, с этими кассетами, видеоплееры. Пришли DVD в один момент, это вот 2000-е были, да, была смена парадигмы, была смена технологий, пришла новая эра, да, цифрового. И вот 2030 год, это после которого придет очень большое развитие во многие сферы. Вот перспективные направления, это будут связь, это будет аграрное, это будет биомедицина. Это те сферы, в которые придет очень большой рост. Спасибо. Арман, я бы хотела поговорить с вами про MePost, так как это проект, который развивается только в Узбекистане, наверное, казахстанцы не все знают, да, что это такое, поэтому расскажите кратко о нем и раскройте инвестиции, то есть какие такие характеристики. MePost — это еще одна гипотеза. Я же говорю, я все время проверяю гипотезы. В год я тестирую десяток бизнес-идей. Ко мне приходят с идеями онлайн-ателье, женский бренд одежды, там какие-то очки виртуальной реальности. То есть все время приходят различные идеи. И MePost был такой же идеей, но туда ко мне пришел еще сам инвестор. Есть мой партнер Эль Мурат, он из Узбекистана, логист. Он говорит: «Арман, смотри, есть крутая идея. Нужно агрегировать, то есть объединять курьерские службы в Узбекистане, как авиата. Вот, например, вы покупаете билет Алматы-Астана, например, да, Нур-Султан. И вот, когда вы набрали дату, выбрали город отправления, город переезда, да, то вам выходит Air Astana, Казах, Скат и так далее, да. И вот такое же решение, но нужно в сфере логистики, доставки, курьерской службы. Когда ты хочешь с Ташкента отправить груз в Бухару, чтобы вышли все компании, которые могут это тебе помочь. И вот он говорит: я готов инвестировать в этот проект, с тебя техническое исполнение, твоя команда, твоя экспертность, давайте поделать этот проект. И вот в этот проект мы влили на сегодняшний день порядка, ну, уже свыше 300 тысяч долларов. У меня там 30%, то есть моя там доля свыше 100 тысяч долларов. И этот проект уже больше года развивается в Узбекистане, конечно, не с такими темпами, которыми мы ожидали, потому что на самом деле, когда говорят, что узбекский рынок очень круто, бурно развивается, это такое, скажем так, пожелание, да? К этому еще узбекский рынок идет. Ну, он, может быть, по сравнению с 10-летней давностью, он реально бурно развивается. Да, относительно предыдущего периода он бурно развивается. Поэтому это растущий рынок, на самом деле там нужно закрепляться, там надо работать. Но вот сейчас MePost находится в такой, скажем так, не ситуации, а в таком положении, в котором мы должны себе выбить это место. То есть мы должны потесниться с другими игроками на рынке и заявить о себе. Сейчас об успехах нашей компании говорить рано. Мы сейчас имеем в базе порядка 100 компаний, с которых начали. И, ну, в перспективе, вот мы на следующий год ставим выйти на показатель 1000 компаний, которые делают через нас регулярные отправки с минимальной стоимостью $30. А кто эти компании в основном? В основном это B2B сектор, который ежедневно, это могут быть медкомпания, госсектор, кто угодно. Все, кто отправляет документы за границу, внутри страны. То есть в чем удобство нашего сервиса? Вам не нужно звонить во все вот эти курьерские службы и спрашивать: а вы отправляете, а сколько у вас стоит? Вы зашли на наш ресурс, заключили с нами один договор, и через один договор вы заключаете договор со всеми курьерскими службами. То есть мы такой хаб.
один договор, и все курьерские службы у тебя в телефоне. И вам нужно отправить, например, с Ташкента в Бухару какую-то пачку документов или какой-то продукт. Забили габариты, выбрали курьерскую службу, к вам через час приходит курьер или на следующий день забирает вашу посылку, а счет выставляется в конце месяца. То есть это очень удобно. А нет плана выхода на Казахстан, на масштабирование? Уже начали. Мы буквально месяц назад вышли на рынок Казахстана, уже появился сайт mipost.kz. Можно зайти и уже анализировать цены. То есть мы уже выдаем Avis, KSE, SDEC, и мы одни из первых, кто подключили Яндекс.Такси. То есть если у вас есть интернет-магазин внутри Алматы, Шымкента или Нур-Султана, заключив с нами договор, когда у вас на сайте происходит покупка книги, продукта, чего угодно, мы можем автоматизировать. То есть представим, у вас есть интернет-магазин, вы продаете соки или там книгу свою, да? Вы подключаете с нами интеграцию, и человек, когда выбрал товар, он выбирает Яндекс.Такси, нажимает «Заказать», оплата происходит, то есть и за товар, и за доставку одновременно. На наш склад приезжает, на склад интернет-магазина приезжает курьер Яндекса, забирает эту посылку и относит это человеку. То есть это уже автоматизирует. Не нужно, чтобы там менеджер, который в этом интернет-магазине сидит, готовит посылку, потом ищет там курьера, да? Нет, курьер приходит и говорит, номер заказа 236, я пришел его забрать. Ну, как с Яндекс.Едой. Насколько, в принципе, сейчас в Узбекистане вы замечаете рост и развитие электронной коммерции? То есть там в каком состоянии сейчас находится электронная коммерция в Узбекистане? Сейчас электронная коммерция очень бурно и быстро растет. Есть наши не конкуренты, а партнеры, которых я знаю, да, они занимаются в сфере тоже пищевых добавок. У них оборот составляет порядка почти что под полмиллиона долларов в месяц. Это, наверное, одни из крутых, кто БАДы продвигает через интернет в Узбекистане. Это очень круто. Мы к этому показателю только-только идем. И я считаю, что вот за последние вот буквально 2 года интернет-коммерция у них очень круто растет. И, скорее всего, у них тоже появится свой единорог, потому что население у них позволяет, да, у них появится что-то своего рода типа Каспи, который тоже взорвет этот рынок. И у них сейчас, я даже наблюдаю, как туда входят внешние, да, российские игроки туда заходят, как у них развивается финтех, потому что развитие финтеха напрямую зависит к вот, интернет-торговле, то есть цифровизация населения, когда народ, да, учится пользоваться картами, платежными системами. А как, кто их этому научит? Только финтех-проекты. Здесь, кстати, пишут, вот, «Ана тілінде қайырлы күн, достар». Қазақ тілінде тамаша сөйлейміз. Бүгінгі эфир орыс тілінде. Мен ойлаймын, Forbes қазақша эфирі болады. Сол кезде біз әрине қазақша осын айтқанымыздың барлығын тағы да бір рет айтып шығамыз. Бүгінгі эфир орыс тілінде, әлі қазақ тілінде болады. Білеміз, сөйлей аламыз. Сондықтан тағы да эфир күтіңіздер. Арман, как по-вашему, каким компаниям казахстанским сейчас есть смысл выходить на узбекский рынок? Все, что связано с сервисом. То есть в Узбекистане не так сильно развита именно сервисная часть, поэтому те компании, которые могут агрегировать, объединять, да, что такое агрегатор? Это тот, кто берет в одном месте и перепродает эту услугу в другом, он собирает, объединяет рынок в сфере услуг, в сфере сервиса, это площадки, агрегаторы, которые могут объединять вот с такими решениями онлайн-образование, онлайн-игры, вот это те ниши, в которыми можно заходить. Я бы добавил еще один момент. В Узбекистане, конечно же, нехватка собственных кадров, связанными с такими профессиональными деятельностями. То есть, если мы возьмем тех же программистов или там узкие специальности, да, в сфере вот цифровизации, у них, конечно же, такие специалисты уезжают за границу. И этот отток, он отражается вообще на вот движении рынка. То есть, как расти рынку в сфере вот интернет-коммерции, там, в цифровой, да, финтехе или в других сферах, полностью в теке, да, онлайн, да, образование, если у вас нехватка специалистов. В этом плане, я думаю, и в Казахстане тоже есть такая нехватка, но не так, как в Узбекистане. Поэтому, если у вас есть экспертная команда, есть хорошие профи, то узбекский рынок – это хороший рынок, чтобы такую профессиональную нишу занять. Планируете ли вы еще какие-то свои проекты выводить туда? То есть я понимаю, что сейчас это MePost, это Marine Health Group. У нас работает компания Mad Company. У нас есть архитектурная компания. Да, да. Мы занимаемся
производством макетов, проектированием, экстерьер, интерьер, дизайн. То есть это такая архитектурная компания, которая обширный делает такой. Вот, кстати, добавился Жасулан, это мой партнер по Мипосту, Салем Жаслан Арифханов. И в Узбекистане мы, например, первый проект сделали для строительной компании, это совместно BA Group и узбекская компания. Мы для них сделали макет, это был первый такой опыт, когда мы через границу везли эту бандуру трехметровую на газели. И вот это первая наша ласточка. Это которую они потом представляли. В конгресс-холле. Да. Я ее видела, да. И вот эти вещи мы делаем, и это вот третий проект, который зашел на узбекский рынок. Я надеюсь, мы тоже там. То есть, в чем преимущество вообще группы моей компании? Если одна компания уже зашла на какой-то рынок, она дает руку другим, то есть она вытягивает остальных. То есть первыми там зашли часы, за эти деньги мы создали следующую компанию, потом появился Marin Health Group, Med Company, и они друг друга просто вот вытягивают. Сейчас мы в России, мы начнем тянуть остальные наши компании для того, чтобы они, вот Med Company придут следующим этапом и начнут работать со строителями в России, а для этого мы подготовим почву. То есть мы начнем работать со строительными компаниями. В этом преимущество группы компаний. У вас есть ресурсы, и нужно только ими пользоваться. Я хотела узнать еще про Med Company. Это такая очень интересная история вот про макеты. Это невероятная история, да. Кто к вам пришел с этой идеей? Потому что все абсолютно разное, тут еще и макеты. Я такая думаю, вау, просто как они попали в ваш портфель. Макет — это вообще крутой бизнес, я об этом даже и не знал. Это в нем крутится сотни миллионов. Это просто нереально крутой бизнес. И все началось с того, что для классов Xerties, вот эти классы гидропоники, которые есть, я искал дизайнера, мебельщика. Мне пишет один парень по имени Аскар и говорит: Арман Айдосович, там, пишу вам такой-то парень, вам нужен не мебельщик, вам нужен 3D-дизайнер. И он говорит, я готов вам бесплатно помочь его сделать. Это был 2017 год. Он напросился ко мне на встречу, говорит, давайте встретимся. И он бесплатно мне сделал крутой дизайн вместе со своим другом, как должен выглядеть этот класс. Я говорю, ну ты молодец, классно сделал. Что ты хочешь? Он говорит, я хочу свой бизнес. Я говорю, я давно, говорит, работаю в компании, которая делает макеты, делает дизайн. Это еще крутой бизнес, но вот экспертности в бизнесе мне не хватает. И вот практически все бизнесы, которые у меня есть, это те люди, которые выходили сами на меня. Я все время говорю, пользуюсь даже вот эфиром Forbes, я говорю, если у вас есть крутая идея, если вы эксперт в каком-то деле, я не сотрудничаю с теми, кто, у кого нету такого хорошего опыта, да? Потому что те люди, у которых есть экспертность, с ними легче делать бизнес. У меня есть экспертиза в бизнесе, а у вас есть экспертность в какой-то сфере. И вот эти парни приходят ко мне, говорят, мы хотим делать бизнес. Я их оценил, я увидел их результат, я говорю, давайте делать, но мое условие — увольняйтесь. Они работали в компании, где получали 400 тысяч тенге в месяц. Они говорят, не, мы не можем. У нас, говорит, семья, мы арендуем квартиры. Мы хотим делать с вами, но типа по совместительству. Я говорю, такое не канает. Я если делаю, только если вы полностью уходите в этот бизнес. На следующий день они скидывают мне по WhatsApp фотки, в которых написано заявление на увольнение. И с тех пор у них, скажем так, запасной план был оборван, и у них осталось только добиться успеха или уйти с рынка. Но классно то, что говорят же, да, из 10 стартапов 9 проваливаются. В моем случае, если кто занимается, делает со мной стартап или проект, больше шансов того, что ваш стартап выживет. Только за счет того, что у меня 15 лет опыта в предпринимательстве, и я умею круто упаковать бизнес и стартануть. И плюс у меня есть ресурсы как деньги, так и компании, которые могут друг другу помогать, да. И есть, например, кстати, меня назвали венчурным, как это называется, венчурная студия. Оказывается, есть такое модное слово на Западе. Это когда у тебя есть деньги, есть сотрудники, бухгалтера, юристы, дизайнеры, СММщики, программисты. Ты берешь какой-то проект, идею, да, ребят берешь, и упаковываешь их быстро. Открываешь им ТОшку, учишь их, как бухгалтерию вести. Твои программисты делают для них сайт, то есть упаковываешь их полностью. Оказывается, я ходящая венчурная студия. И вот благодаря такой студии мы запустили Med Company. Вначале чуть-чуть были затырки, потому что они думали, что я за них буду продавать, что я буду ходить с ними и буду делать продажи. Вот когда 2 месяца они голодные дома посидели в офисе, они поняли, что я им помогать больше не буду, а только то, что вот я могу делать, они начали сами ходить и продавать. И здесь, наверное, ключевым было мое обучение. Аскар потом мне рассказывает, Аскар, Аскербек, Айчан сейчас партнеры. Они говорят вот так:
мы думали, что вы с нами будете ходить. И вот когда мы поняли, что этого не будет, мы просто встали и пошли продавать. И я их учил одному принципу. Дайте больше, дайте бесплатно что-то, чтобы вас оценили. И они приходили в компанию и говорили, мы вам сделаем макет бесплатно, если вам понравится, вы у нас его купите. И вот ребята до сих пор этот принцип используют. Давать что-то больше и не просить взамен ничего. И тогда рынок это оценит. А многих ошибка, да, бизнесменов, стартаперов, у них такое, ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. Так не работает. Надо делиться, надо давать вовне, это вам 700 крат назад вернется. Я, насколько поняла, вот из того, что изучала про Mad Company, что у вас, вы сейчас сотрудничаете с крупными строительными компаниями, и, в принципе, сколько сейчас партнеров, сколько вообще работает компания, сколько было реализовано проектов? Ну, сколько реализовано, я не могу сказать, потому что я просто не знаю, мои партнеры этим проектом полностью занимаются. Я знаю только то, что все строительные компании, нет ни одной строительной компании, которая с нами не работает. BI, Базис, Рамс, это все наши крупные заказчики и другие компании, да, и сегодня у нас в штате уже более сотни там человек, это архитекторы, это макетчики, это просто сейчас такой большой бизнес, который стартовал там с небольшой комнаты из 3 человек. И сегодня география, мы делаем для Узбекистана, мы делали проект для России, Сочи, да, основной, конечно, рынок это Казахстан, но в планах вот выходить на соседние рынки. В принципе, строят в Казахстане давно, и в Казахстане, в принципе, там есть и учебные заведения, да, то есть были конкуренты. Как удалось стать вот это лучшими? Классная тема, классный вопрос. Лучшими, я же говорю, у меня венчурная студия, в которой я не просто людей упаковываю, я их еще и обучаю. Принцип в бизнесе, в любом бизнесе, хотите достичь успеха, опережайте других за счет инноваций. Нельзя просто продать бат, нельзя просто продать макет, но надо всегда вносить какую-то изюминку. И вот изюминкой в Mad Company было то, что мы внедряли IT в традиционное производство макетов. Вот все делают макеты как макеты из картона, бумаги, дерева и прочего, и прочее. А мы туда засунули начинку. Начали вставлять туда электронику. Примерно какую? Например, мы запустили мобильное приложение, на котором можно включить любую квартиру, свет на макете. То есть макет, выбрали 56-ю квартиру, нажали на нее, загорелся свет. Захотели включить на улицах, в этих, на столбах, да, нажали на столбы, и столбы загорелись. Мы пошли дальше, мы создали макет, который огромный телевизор, на который установлены эти коробки зданий, на которых ездят машины и ходят люди. И это создает такой эффект такого, ну, живого чего-то маленького города, это как Симсы, да. И то есть я ребят всегда учил и говорил, ребята, делайте то, что не делают другие, через инновацию давайте больше, да, не просто там какой-то там макет, как все привыкли. Нельзя просто макет дать, нельзя просто БАДы дать, нельзя просто часы дать. Надо всегда давать какую-то изюминку больше, чем дают другие. И тогда будет успех. А многие всегда вот так. Вот моя хата с краю, да, я вот это даю, покупаешь, бери, не хочешь, не бери. Вот это, конечно, ошибка многих предпринимателей. А вот такой интерактивный макет, это чья была идея? Либо вы ее позаимствовали там у западных коллег? Нет. Это мы сидели, брейнштормили ночью и думали, блин, а что еще придумать можно? Конечно, мы это потом увидели, то, что китайцы, оказывается, такое уже делают, но мы-то об этом не знали. Говорят же, если тебе пришла идея, на 99% вероятность того, что у другого человека в мире пришла такая идея, и 90% вероятность того, что это азиат. Окей. Арман, у нас уже подходит время, просто я боюсь, что мы не сможем сохранить эфир, который длился час. Мы за этот час обо всем с вами поговорили, поэтому спасибо вам большое. Давайте казахский эфир делать на казахском языке, потому что люди просят. Арине. Хорошо, спасибо вам огромное, только удачи вам во всем. Надеюсь, спасибо. Что через год, через два будем уже о новых проектах говорить ваших. Здорово. Все, отлично. Спасибо большое за эфир. Всем хорошего вечера.